В администрации городского округа Люберцы прошло еженедельное оперативное совещание. Руководители управления доложили о проделанной работе за минувшую неделю. Люберецкие пожарные на прошлой неделе боролись с четырьмя возгораниями. В одном из пожаров пострадала женщина. В собственной спальне она получила сильные ожоги и отравилась угарным газом. Пострадавшую сразу же отправили в больницу. 25 августа в 12 часов 51 минуту в Малаховка, улица Калинина, дом 19/12, в одной из квартир на кровати обгорел матрас на площади 0,2 квадратных метров. Пострадавшая гражданка, проживающая в данной квартире. Жители все чаще волнуют освещение улиц. На прошлой неделе поступило 21 обращение по работе фонарей. Все замечания устранили. Также просьбы дали старт программе «Светлый город». Уважаемые жители, у кого есть вопросы по работе уличного освещения, просим вас обращаться в единую диспетчерскую службу подрядной компании «Энергострой». А также можете обращаться в управление ЖКХ и в социальные сети. Совещание завершили на торжественной ноте. За заслуги перед городским округом Люберцы вручили награду председателю Совета депутатов Сергею Антонову и поздравили с юбилеем. Анна Слайковская, Петр Пономаренко, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.